Опаньки, какая прекрасная погода в это воскресное утро. Ё-моё, офигеть. Друзья, всем привет. Ну что, работа работой, надо еще заниматься домашними делами. И, собственно, что я тут включил свою камеру. Хочу оставить отзыв, так скажем, честный отзыв про масло, которым я пользуюсь уже практически 2 года. Ну да, где-то так. И в грузовой технике, и в легковой технике. Так, собственно, давайте посмотрим. Машина, правда, криво стоит. Ну, реально. Реально очень криво стоит, если честно. Такой будет эксперимент, так себе. Но я честно вам скажу, поверьте на слово, я смотрел масло вот буквально пару дней назад. Было чуть ниже уровня. Чуть-чуть, вот, грубо говоря, середина золотющая. Знаете, какой пробег? Я тут сам охренел, что что-то как-то... Думаю, давно масло не смотрел, пробег свой. Смотрю, вчера масло, я проехал на нем 14 тысяч. Ну, мы вместе с женой проехали 14 тысяч километров. И не съела практически ничего. Ну, там совсем, ну, блин, 100 грамм. 2,5 литра я и с прицепом поездил, я ей тут и понаваливал как следует, ну, то есть, как бы, активно поездил, ну, то есть, блин, это вообще, реально, сейчас все меняют почему-то херню этой, страдают, типа, в 7 тысяч, в 5, в 6, блин, вы люди совсем, что ли? Я раньше менял масло вообще всегда в 15, иногда даже чуть ли не в 20 тысяч, разное масло было, и Кастрол у меня был, и... Еще какое-то, не помню. Многие масла я там пробовал, и везде плюс-минус одно и то же. Жор есть жор. Если машина, машина и мотор, они всегда разные. Ну, у всех разные. На каких-то машинах, в принципе, по мануалу там хавает на 1000 литр практически. Это прям вообще для меня жесть. А, собственно, какое масло-то я и лью? Это манольчик. Это канистры, конечно же, не из под... моторного, но здесь у меня 5.40, так как мне его предоставляет Михаил, это мой, так скажем, хороший знакомый с бочки, то есть оно оригинальное, если вы как боитесь купить подделку, потому что я про манол очень много слышал и слышу, и в сервисах там, ой, да манол, фу, да это типа там лучше Лукойл чуть ли не взять, откуда вообще это взяли, я вообще не понимаю, то есть я в принципе с уверенностью могу сказать, что можно манол залить вообще в любую машину. То есть, понимаете, у меня как бы здесь залит манол. Здесь залит манол. В гоночной машине он у меня тоже залит. Правда, таких прям серьезных тестов не было, честно скажу. Но, извините меня, вот она стоит, моя канистрочка 1060 Racing. То есть, прям вообще не вопрос, без вопросов. Кайф, я кайфую, и в принципе, если вам нужно качественное маслицо, 100% как бы, ну, не подделка, можете мне написать, я напишу, дам телефон Михаилу, если вы там в Питере, в принципе, можно и отправить, я думаю, там это не проблема. Ну, главное, чтобы было количество нормальное масла, там, не одну канистру, естественно. Вот, и качественное масло напрямую, грубо говоря, от производителя Манола. Можете приобрести, и как бы не то, что это не реклама, это просто вот то, что я пользуюсь, хочу с вами поделиться, да, с моими подписчиками. Так что, если кому надо, пишите, манольчик, любой вязкости, там, 5.40, 5.30, 0.30, наверное, там, я не знаю, я-то пользуюсь 5.40, 10.60, и, может быть, 10.40 сейчас буду полить попозже, уже на лето заправлю и, грубо говоря, в Volvo и в S-Max. Как-то так. А я, собственно, сейчас буду менять в этой малышке маслицо. Домкрат, амортизаторы, подвеску я снял. Домкрат занят, все стоит. Здесь у меня все уже разбросано. Беспорядок, как обычно. Сейчас какие-нибудь дощечки сюда подставлю. Яма у меня с водой стоит. Ни туда никак не заехать, не поменять. Поэтому по дощечкам здесь в гараж сейчас заедем. Быстренько поменяем. И будем дальше кайфовать. Прекрасненько, все замерзшее, прям вот то, что надо. Это просто замечательно.
Ну что, запускаем сейчас всю технику, все три единицы. Сначала эксик, ему нужно переехать вниз просто и ждать, пока я подвезу на самосвале песочек. Ну и экскаватором буду гусеничным все это грузить. Опаньки! Все, Волечка пускай пока постоит. Я здесь еще немножечко погреюсь. На улице у нас минус 4. Надеюсь, камера пишет в широком формате. Иначе мне придется еще и камеру покупать. Пипец какой-то, блин. Ах. Ладно, пойдем запускать. Песочек тоже немножечко подзамерз. Ну, тут совсем чуть-чуть. Прям не то, чтобы подзамерзло, а высохло. Это прям вообще просто замечательно. Просто супер. Хоп. Да, лобаш, конечно, на эксике замерз как надо. Все, оставляем. Можно даже печечку уже включить. Пускай он отогревается потихонечку. Так, одного работягу перегнал. Собственно, что у меня удалилось из видео? Делал я вот здесь вот выборку. Вот небольшие кадры есть. Здесь вот бегут у нас такие вот ручеечки. То есть мы отсыпаем сейчас песочек. Ну, примерно вот так. Там, естественно, придется немножечко подзаузиться, потому что, ну, так как мы оставляем деревья, у нас другого выбора нет. Идем туда. Посерединочке у нас будет труба лежать. Уже есть труба, в принципе. Должна быть, по крайней мере, сегодня приехать в понедельничек. Обещали. И, собственно, дальше идем и соединяемся с той дорогой. Ну, там уже ближе к делу, я вам все покажу. Так что, поехали за песком. Я надеюсь, что я вообще сейчас первую машину там чуть-чуть погружусь и сюда спущусь. В принципе, ничего здесь такого опасного, страшного нету. Я так думаю. Так, немножечко туда так завернем. Совсем чуть-чуть. И разгрузимся. Сейчас вот прям вообще с дырочку погрузим. Чуть-чуть, так скажем. И будем посмотреть, как это все будет у нас здесь ехать, выезжать. Либо, я не знаю, либо не выпендриваться. И хотя, что тут выпендриваться? Я думаю, заедем сейчас. Первый рейс точно. Замерзшая капитально. То есть есть за что цепляться. Есть почему ехать. Твердая поверхность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замерзшая. Ладно, сейчас отогреется. Летел просто в легкую. Можно еще назад сдать и еще сюда чуть-чуть побольше погрузить и приехать. Ну что, у нас пока все просто идеально. Сейчас погрузил вообще 15 кубов, где-то примерно. Достаточно много, я считаю. Вообще без проблем, ничего не продавливается, ничего не, как бы, не буксует, просто кайф. Я доволен. Прям круто, когда все получается, как ты задумываешь, как ты планируешь.
а не то, что задумал, запланировал, а тут хрен тебе, е-мое. Классно. Классно и прекрасно. Это означает, что опыт как бы не пробьешь, как говорится, и еще раз подтверждается, что как бы, ну, то, что тебе там кто-то что-то говорит, ну, блин, он реально ошибается. Очень сильно ошибается. В основном всегда это происходит. Просто я, ну, когда тебе начинают говорить, там что-то объяснять, ну, ты начинаешь сомневаться, блин, а может быть я, да, в натуре там что-то не то делаю. Блин, надо, наверное, может быть, попробовать как-то по-другому это сделать. Да ни хрена, нет. Все так, как оно и есть. 5-7 градусов достаточно для того, чтобы дорога встала и по ней можно будет работать до, ну, до плюса, грубо говоря. Сейчас плюс будет через пару часов где-то примерно, и уже начнет дорожка разбиваться, я думаю. Сосед напугал, что торф будет 1.5 метра. По факту оказалось, самое глубокое место это 50 сантиметров, где-то там 60, и то это было там пару метров, грубо говоря, мы сняли, выкопали, выборку сделали и все. Потом дальше пошли там в среднем 40 сантиметров, даже не 40, а в 30. Чисто не подбираю, потому что, скорее всего, все равно сюда еще буду складировать. Смысла от этого никакого нет. Так, сейчас максимально все успеваем. Солнышко уже выглянуло. Плюс уже есть на улице. Сейчас начнет таять немножечко дорожка и опасненько ее продавить. Все, мерседесик, я думаю, сегодня поработал, молодец. Экскаватор гусеничный тоже поработал. Сейчас здесь просто, наверное, заровняю, чуть-чуть разбросаю и все. И на оставшийся день, наверное, мне хватит работы на экскаваторе-погрузчике, мне так кажется. Ну, если не хватит, будет настроение, съезжу еще в карьер, как раз это будет вечер, я вечерочком опять, блин, подножка же была у меня, ё-моё, куда-то она исчезла, надо бы поискать ее. Блин, жалко, так удобно было с подножечкой, просто кайф.
кайфец. Кайфецкий. Ну да ладно. Ну да ладно. Ой. Нормально так. Поработал я уже. Даже 11 нету. Я уже столько сделал. В принципе, немало. Да, можно было, конечно, подождать еще немного. Ну, то есть, не возить песочек в тот день. То есть, это была пятница, сегодня понедельник. И вот я бы сейчас, сегодня, в принципе, наверное, спускался бы в самый низ, уже целиком груженный. Потому что я вот сейчас погрузил машину, в принципе, так как я гружусь, на самом в карьере. И проехал, в принципе, без проблем. Не ощутил никаких проблем вообще при спуске. Да, проваливается немножечко уже так, ну, замерзший песочек. Ну, не так сильно, не так критично, грубо говоря. Все, здесь уравнялись. Так, чисто чуть-чуть, чтобы песочек сох, он еще внизу мокрый. Сейчас еще солнышко его нагреет, он вообще растает капитально. Поэтому пускай лежит, отдыхает. Потом мы его уже, я думаю, через пару неделек весь соберем, прям весь вообще соберем. Ну, если, конечно, я не знаю. А, хотя куда мы его соберем, если я уже 100% закончу свою дорогу и, скорее всего, буду уже возить ЧПС. Ну да ладно, мы в любом случае будем строить дорогу вот сюда. Вот где вот следочки есть человеческие. Вот в ту сторону мы должны еще тоже построить дорожку, но она нам особо как бы не нужна сейчас и не особо важна. Не буксует, не скажу, что там как-то тяжело мне ехать, но все равно я ожидал другого. Тик-тик-тик. Вот здесь я немножечко подровнял погрузчиком, как только мог. Здесь все замерзшее, не очень хорошо выходит. Ну а здесь, в принципе, нормально уже. Сейчас вот до сюда песочком дойду и уже там тоже подсниму. Будет прям вообще офигенно, офигительски. Утрамбовывается, потихонечку утрамбовывается. Я думаю, ну, все зависит от погоды, конечно, но думаю, что к концу апреля здесь прям будет все уже капитально. Просто капитально. Уже можно будет сыпать ЧПС без проблем. Я думаю, даже раньше мы его насыпем, подготовим. Все, вот видите, сейчас дорожка вся потекла. Ручеёчки потекли уже, все. Отпустила ее, короче. Ну вот нельзя сейчас на самосвале ездить, 100%. Вовремя я, красавчик. Ох. Жалко, что здесь в самом начале. Вот здесь водички еще много. Прям вот, блин, жалко. Вовремя я не убрал отсюда снег. И вот эту канаву вовремя не почистил. А так, вот здесь еще есть канавку. Подровнял, почистил то, что вот удалилось у меня. Все видео не показывал, да, я вам. В принципе, здесь тоже отодвинул подальше. Ну, чтобы быстрее сохло. С такой погодой сохнет, конечно, максимально быстро, прям капитально. Очень хорошо. А если сейчас будут дожди, то тогда извините. Ну, будем делать ходовку. В любом случае, ходовочка уже вся оттаяла. Прям кайфово.
Поехали повозим песочек немножечко. У нас тут админка строится. Кстати, нужен администратор. Девушка. Давайте. Так что мало ли кто-то здесь рядом хочет поработать. Вернее, хочет, чтобы его жена поработала. Я думаю, подписчики-то у меня в основном все мужского рода. Вот. Поэтому велком. В мае начнется где-то работа. Приблизительно. Что у нас? Карьер самообслуживания. Так скажем. На хюндайчике поработаем. Немножечко. Опаньки. Масса. Масса, масса. Почему-то здесь фильтр валяется. Не... по непонятной мне причине. Странно. Ну да ладно. Чем мне нравится хюндайчик? Ой, ой, ой. Так это своим вместительным салоном. Просто пипец. Блин, вот предыдущий тут. Ой. Кто сидел? Мониторчик, тут все модно. Да, запускается он, конечно, такое себе. Но здесь уже все такое. Прям на кнопочках. Режим эко, пауэр. Ну, короче, все в этом духе. Ну, есть такие свои плюсики, свои минусы тоже. Такое вот оно. Все вроде бы как бы и большое, и удобненькое. Ну, рычаги вот мне не нравятся здесь. Вот вообще не нравятся. Ну, как бы, ну, вот на... То, что здесь кнопки есть, это круто, реально круто, прям кайф. То, что здесь вот так вот можно ноги поставить, это вообще пипец кайф, просто кайф. Мне очень нравится салон. Если бы сидушка еще работала, просто сиденька здесь не поднимается, сломано. Вообще просто офигенно. Ну, получше, чем на... Ой. Получше, чем на Вольве, честно скажу. Ну, я имею в виду то, что сама посадка получше, а как вот он работает, вот эти все моменты, они, конечно, похуже будут. Решетка здесь такая, но он с гидромолотом работал. Так, режим power. С гидромолотом работал экскаватор, поэтому... Здесь и эта решеточка есть, существует. По гидравлике, ну, в принципе, ну, извините меня, он как бы 14-го, если не ошибаюсь, года, и по моточасам почти 14, грубо говоря, тоже. А Volvo уже там по 20-ку 2002 года экскаватор, и как бы... Здесь тоже есть вот затыки по гидравлике в самом начале, когда начинаешь работать. У меня на Вольве то же самое. Не, на 1600 оборотах Вольва такая же, в принципе, по, ну, по скорости. Ничем не уступит хюндайчику. Еле-еле заехал. Просто пипец. Блокировочка, я думаю, полная. Блин, у меня коробка не работает. Собака дикая. Вообще не понимаю, что за фигня случилась. Просто вот не понимаю. Вроде все сделал, вроде все хорошо, все прекрасно. С утра было все прекрасно. Вообще не вопрос. Сейчас какая-то, блин, просто дичь моя. Я каждый раз скидываю клемму, чтобы включить заднюю скорость. А,
Нифига себе, я уже буксую. Офигеть. Ну, короче, я, скорее всего, не заеду. Можно здесь оставаться. Ползет, блин. Офигеть, блин, мерседесик просто, блин, ураган, ё-моё. Красавчик. Осталось вот только здесь не забуксоваться. Пипец, блин. Здесь просто скользко, ну, внизу такой прям сырой-сырой. Нормалек. Можно, в принципе, приехать сюда, разгрузиться. Только вниз самый не спускаться, а вот сверху на площадке разгрузить. Темнеет, темнеет. Заканчиваем потихонечку. Сейчас вот досыплю, наверное, уже до трубы. Вот там труба лежит у нас. Вон там миник у нас копает, расширяет. Сейчас как брякнется, ема. Опачки. Красавчик. Вот. И все. И поедем домой. Завтра точно так же будем подсыпаться песочком дальше. Как только меньше слой песка становится, экскаватор сразу же проваливается. Просто максимально сразу же. И это печально. Ну ничего. Ну я думаю, чуть-чуть попозже уже будет там плюсик такой стабильный. С ветерочком, с солнышком. Нормально, все встанет, все будет. Топчик. Как-то так, ребятки, ладно? Спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр, спасибо за лайки. Давайте поднажмем еще чуть-чуть, уже будет еще 1000 подписчиков. Всем пока!